Здесь в лесу обезьян вот такие дружелюбные обезьяны, что даже... Да. Пришла себе, села, так она... А, она увидела, что открыта была бутылка, попила себе. Спасибо, не, с собой не. Не, как в ресторане, с собой не, это как в ресторане. Отдай. Придется отдать, по-моему, бо сейчас он будет психовать. Потом я отдаю. Чтобы не поцарапал. Чтобы не кусали. Да еще и на спину вылил. Это брала. Представляешь, все добро. Сейчас откроет. Не трогай, не трогай. Снимай. Слушай, сейчас откроет. Они обязательно остаются у вас. Ай, молодец. О, я не могу. Поднимай. Ну что ж ты. Всю воду разлил. Давай пей. Ой, молодец. Снимай. Получается у него наклонить. Марк. Держи, хай попьет. Просто попои его. Просто попои. Попои, дай ему попить. Тянется кусать. Ого! Сейчас, о, тихо. После серы. Если вы верите теории Чарльза Дарвина, что это ваши предки, ну давайте посмотрим. Каждый из вас, видите, агрессивный, думает, что он круче. Это его место. Вот. И поэтому, если вы верите, что они были вашими предками, это ваш выбор. Но в реальности у них очень много общего с людьми. Как они себя ведут в жизни.